Серия А продолжается. Болонья Фиорентина. Для Фиалок это очень сложный выезд команде Марка Арнаутовича. Стоит отметить то, что Фиорентина в этом году команда ничья, ее можно вот так назвать. Ни одной победы еще не было одержано. И если ничьи, например, с Ювентусом, ее можно как-то оправдать, можно как-то понять. Но вот когда вы владеете преимуществом весь матч как с РФШ из Латвии, то вот здесь, конечно, видно то, что команда еще функционально не сильно готова. И Болонья может исправить эту ситуацию, дав большое поле для новых комбинаций, новых стратегий в Фиорентине. Вообще, Болонья сама неприятная команда. Если мы посмотрим, как они играли в этом году, да, проиграли Лацио, да, проиграли Милану, но это было все, конечно же, на поле гостей. Хотя, вот в том составе, в котором играет Болонья, она могла бы выглядеть лучше. Вот как матч со Специей и Салернитаной. Во всех этих реалиях я выдвигаю два тезиса на этот матч. Болонья индивидуальный тотал больше одного, потому что там есть кому забивать. Даже в последней игре со Специей Арнаутович отметился дублем. Есть тот же Баро, Арсалини. Не стоит забывать, что в команде есть новички, например, Зеркезе, Пошу, у которого отличный дальний удар. Ну и естественным образом я предположу, что стоит взять желтые карточки Болоньи во втором тайме полтора больше. Силы не безграничны у данного клуба. И естественно, если Фиорентина взвинтит темп, то Болоньи будет не сладко. Поэтому такого рода прогноз, я считаю, должен быть вот в этом видео. На этом все, друзья. Всем здоровья и всех благ.